Жители Секиотова и других деревень, в которых протекает река Павловка, смогут рассказать о своей проблеме экспертам. В России начинает действовать народный экологический контроль. Достаточно заполнить обращение на сайте экоприемной. По мнению организаторов, именно эта оценка будет наиболее объективной. Ожидается, что в письмах рязанцев шквал недовольства будет направлен на ситуацию вокруг загрязнения воздуха в Турлатово и микрорайоне Дашково-Песочни. Отмечу, народная акция проходит при поддержке Минприроды России.